начальник военно-учебного центра, капитан первого ранга Константин Александрович Бурковецкий. Присаживайтесь. Уважаемый Константин Александрович, разрешите эти аплодисменты считать поздравлением вам, как начальнику ВУЦ. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, уважаемые приглашенные гости, сотрудники вуза. Ребята, сегодня, конечно же, ваш день. И только, наверное, ваш. Запомните эту дату. 4 марта 2020 года. Я невольно поймал себя сейчас на мысли, что вот только что вы стояли шестью галками на левом рукаве. И сейчас вы находитесь в совершенно другом качественном образе. Вы стали офицерами Вооруженных сил Российской Федерации. Это знаковое событие в вашей жизни. 5,5 лет назад вы сюда пришли, 40 человек, маленьких таких необстрельных галчат. До конца дошли не все, сами знаете об этом. 29 человек. У нас в ВУЗе учиться очень тяжело, но почетно. Те знания, которые вы приобрели, тот фундамент, который в вас заложен, позволит вам занять достойное место в наших рядах, в рядах защитников Родины. Мы всегда будем за вами следить, смотреть за вашими взлетами, будем радоваться за вас. Мы будем переживать за ваши неудачи. И нам будет всегда очень приятно, когда вы будете к нам приходить и рассказывать о своих успехах. Среди наших выпускников из военно-учебного центра есть уже помощники командиров кораблей, старшие помощники, есть даже командиры кораблей. Те знания, которые в вас заложены, вам помогут в вашем жизненном пути. Ну и напоследок, не забывайте, что вы закончили Балтийский государственный технический университет имени маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, Героя социалистического труда, кавалера 12 орденов Ленина, Дмитрия Федоровича Устинова. Этим нужно гордиться. Добрый путь!